Всем привет, ребят. Ну что, вот обнова вышла. Показал вам обзорчик и время выбивать нового героя. Не знаю, будет он интересный или неинтересный. Герой без донатной жизни, как видите, у него дофига, 91 тысяча. Это, наверное, больше всех. А нет, хрон все-таки. Все-таки хрон, там некоторые герои будут жирные, но это тоже будет танк очередной. Феникс, ну что, поехали, будем пробовать выбивать. Миллион самоцветов у нас есть, надеюсь, нам его хватит, чтобы его потом прокачать. Просто жесть, сразу же Анубис и уже начало неплохое, да, на китайке. Надеюсь, мы его вытащим. Так, малышник. Влад Дракула. Ну, такое себе. Прошлое я не помню, по-моему, 300 или 400 тысяч самоцветов нам обошелся. Героя можно получить просто за самики, поэтому интересный дракон без доната будет. Так, призрачный. Ну, let's go. Череп. Гарпия. Так, ну судьбу нам не добавили. Как видите, нам добавляют теперь по одному герою. Просто буду, скорее всего, заполнять все до конца. Ну, в принципе, это и хорошо будет, попроще для некоторых собрать 12-й скилл. Ну, конечно же, при наличии героя последних. Мне надо будет все прокачивать на максималку. Так. Ну. Не хотят они расставаться с новым героем. Хранитель. Прея. Посмотрите, как падают герои. Анубис, Фрея. Так, ну чё там? Не любит меня китайский рандомчик, вечно я граблю. Суккуб. Интересно будет посмотреть на новые скины, но герои, конечно, падают жестко. Интересная обнова, очень много вопросов по прокачке героя будет, очень интересно, откуда брать эти камни. Но снеговики сыпят только так. Так, Леди Лео. Рибит. Ну давай уже, давай, рандомчик. Интересный будет герой, интересно посмотреть на его умение. Скорее, ну не скорее всего, он будет дальник, однозначно летающий. Если автопрокер. Вопрос к скиллу. Если правильно перевод показывает, он будет офигенно зонально бить. Кстати, Ронина что-то не падает. Мне надо тут кучу Ронинов, чтобы силу поднимать. Но что там у нас уже 100к ушло. Почти скоро будет 100к. Не хочет Бигфут. Вот, только про Ронина вспомнил. Так, ну теперь нам, что там нам не хватает нового героя, да? 6 Леди Лео падают.
Конечно, напишите потом в комментах, кто считал, есть ли любители посчитать легенды, сколько нам тут упадет. Жесть. Кстати, зимние вот такие там Дед Мороз, герои, смотрю, очень падают хорошо. Через неделю, в принципе, нового героя будут продавать. На английском сервере он будет тоже продаваться. У меня что-то чувство, что мы лям сольем и не выбьем. Капитан Дрейк. Смерть. Тесса. Ну давайте уже. Ничего себе, ПБшка, череп. Ну, я не знаю, мы уже всех имбо-героев практически выбили. Ну, Леди Лео, посмотрите, как падает. Наверное, больше всего Леди Лео выбили. Нету, нету пока. Ждем, 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 ждем. Давай, рандомчик. Могу просто пропустить, потому что здесь на русском хотя бы название видишь. Тут название не понимаешь, бывает быстро щелкаешь и в пролете. Не хочет падать, сволочь. Ну, Феникс, Феникс, я тебя жду. Интересно, как на русском его назовут. Напишите в комментах, что вы думаете. Если мы его выбьем, не выбьем. В любом случае, это топовый роллинг уже был. Так. Блин, не хочется вот это шмакать сейчас по-быстрому. Блин, ну похоже, похоже, такие герои, блин, голубенькие падают. Леди Лео просто жесть. Сколько ее тут будет? Просто издеваются. Пранки. Да, ролил бы я кому-то на недостающих героев, это, конечно, было бы весело. Есть! Ебайби! Вот так вот, ребятушки, посыпались быстренько лайки и руками, ногами мы выбили нового героя. Что могу сказать? 150к это, в принципе, нормально на одного недостающего. Просто огонь, посмотрите, какой он, блин, четкий уже такой. Блин, жесть, 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 жесть. Хочется же на него посмотреть. У нас битва гильдии даже сегодня есть. Может, успеем на битве гильдии потестить. Так, надо открыть плюс одно место. Вот так вот, ребят. Вот такие вот пироги у нас. Мы выбили нового героя. Чем можете меня поздравить? Главное его не продать. Так, открыть. Открыли. Зеленая фракция. Отлично. Это просто отлично. Так, вместо Бугимена поставим его сейчас на таблеточку. Посмотрим его статки. Ничего такое, я вам скажу. Ничего, ничего такое. Не знаю я ему, что по таланту ставить. Давайте пощелкаем. Может, что-то новых талантиков вытащим. Даже грубая сила нам упала сразу же. Сейчас посмотрим, в какой он судьбе. Замедление даже упало, ничего себе. Так сказал, будто замедление не падает. Так, просветик. Будем его прокачивать, наверное, так. Или с книгами, не знаю, посмотрим. Так, в судьбе он, по-моему, где-то здесь находится. Да, вот он.
Ну, тут у меня очей хватает, поэтому мы его прокачаем. Но что могу сказать? Посмотрите на анимацию. Давайте Огника вытащу. И его, блин, анимашка, конечно, прикольная у него. Не знаю, на эволюции тоже. Смотрится очень круто. Все, сыпите лайки, ждите обзорчика. Всем удачи, всем пока.